Замерзнет бокал. Привет, YouTube. Пора попыть. Чай кутяу будем пить. Вот такой чай. Китайский. Вообще, в принципе, для похудения. 235 рублей на Озоне можно найти. Вот такой красивый цвет там. С застежкой. Потому что китайский. Странная хрень такая. Его, наверное, его походу не заваривать, а варить надо или еще что-нибудь, короче говоря. Чай называется кутяо. Насыпай сюда. Вот церемонии. Сразу. Вот так выглядит. Изучай, что тебе интересно. Насыпем вот так сразу, чтобы видно было, что с ним происходить будет. Первый раз, если честно, вижу такой чай. И вообще чай ли это? Посмотрим, что у нас получится с тобою. Давай все-таки накроем как-нибудь вот так маленько. Вообще чай предназначен для похудения. Заварка. Вот способ заварки есть. На 500 мл 1-2-3 минуты заваривания. Хранить. Чай гречичный из семян татарской гречи. Греча исчезла, кстати, греча. Из магазинов. Запах странный. Не помню, чем пахнет. Шоколадом или хз. Что-то такое, короче. Да, шоколад с чем-то еще. Шоколад с травой. Время заваривания 2-3 минуты. Будем подождать будем немного. Но ценник не демократичный. 230 евро. 230 что-то там. Вот смотри на зоне. Вообще пятихатку он стоил. К нам котик пришел. Который не наш, а уличный. Вот такой барбос. Большой. Уличный кот еще один, но хз, уличный или нет, вообще он... Спрятался. Вообще он не похож на голодающего, как бы. Сейчас мы кайтанем маленько. Или поженим, кто-то мне писал, что еще поженить называли раньше чай, вот так вот, вот таким образом. Понюхаем. О, теперь прикольно пахнет. Пахнет каким-то супом. Пробуем. Всем, кто кушает, употребляет полезные напитки. Только полезного аппетита. Сегодня очень холодный ветер. Тут вообще дубочельник. Неординарный какой-то вкус и неоднозначный такой. А цвет-то какой цвет-то? А цвет похож, как будто, знаешь, вот заваривают пупки куриные, пьют, заваривают. Вкуса самого особо нету, есть запах какой-то особенный такой. Такая тема какая-то странная. Но он, наверное, полезностями обладает всякими. Я вот хз, я не изучил вопрос. Мой глубокий сорян по этому поводу. Производитель Тайвань. 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 От церемонии. Компания церемония. Black White Tea называется. Кс-кс-кс. Да. Такой бромочек у нас. Вот такой. Чей-то. Ну и что, тут рассказывать особо нечего. Чай это не совсем, не совсем чай или совсем не чай, не знаю. Какой-то, ты что скажешь? Напиток какой-то. Запах маленько, напиток. Запах маленько какао или шоколада. А может его есть надо вообще? Кто шарит, напишите в комментариях. Вот может его есть надо, правда, вот таким образом выглядит. Может его едят, правда, не знаю. Ну, имею в виду, от похудения или для похудения, для сброса веса или тыры-пыры-сапыры, чтобы хорошо ходить, куда надо ходить, чтобы как сходил, так и это. Ну, а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Холодно, зябко нам тут.
пожалей Макса ЛГ. Береги себе, если близко, здоровья всем. Пока. А мы закругляться будем. Не, ну не знаю, я с этим что делать. Куда его? Выпивать теперь, что? Нашку нужен. Не выкидывать.